Сейчас пока штурмует ворота Медвежчак, но вынужден раскрываться. Большими силами идут вперед. Не всегда успевают возвращаться назад. Ой. Гол! Красиво! 4-1! Вот о чем мы говорили. О том, что на самом деле должны использовать свои моменты. И сейчас просто блестяще использовали очередную контратаку. Бортников, самый результативный игрок Кантамансийской Югры, забрасывает свою 11-ю уже шайбу в этом сезоне. Своевременная передача от Игорем Тейлор. Все здорово делают кантамансийцы. А кто это там? Горбунов. Горбунов. Очередные очки.